это не метод, потому что, собственно, меня так как раз привлекает. Я не говорю про то, что вы здесь делаете. Про спортивную площадку, про спорткомплекс. Это там, где вы старые здания. Да, сильно. На базе. Там площадки делали. Ну, это в прошлом, да. А сегодня настоящая наша с вами, вот, видите, в каком состоянии. Здесь один из лучших наших вузов России представлен своим общежитием. Академия права. Здесь старейший университет страны, последний императорский университет. Но, увы, это было в прошлом. А настоящие у нас с вами разбитые придворовые территории рядом с общежитием мы с вами видим. Не только запущение, но и вот посмотрите, стояки с освещением в каком состоянии. Видите? Самый крупный тут городок у нас в Саратове. Ваш тут городок, наш Чердина. Будучи студентом, я сюда в гости приезжал. Ну что, давайте займемся этой территорией. Да. Николай Васильевич. Да, я слышу. Раз в ресторане занимаются, губернатор им полностью доверил, и их не контролирует. Он что-то федеральный сейчас не будет делать, он депутат не так, тем более комитет контроля регламента. Давайте, контролируем, что мы здесь. Радуемся.